today Шримат Бхагаватам. Песнь 3, глава 26. Начало материальной природы. Текст 1. Личность Бога Копила продолжал. Дорогая мать, сейчас я опишу тебе различные аспекты абсолютной истины, постигнув которые человек выходит из-под влияния гумматериальной природы. Комментарий. Как сказано в Бхагавадгите, постичь верховную личность Бога, абсолютную истину, можно только в процессе преданного служения Господу. мам Абхиджанати. В Бхагаватам говорится, что целью преданного служения является Мам, Кришна. А в читании Чаритамриде сказано, что постичь Кришну значит постичь личностную форму Кришны вместе с его внутренней энергией, его внешней энергией, его экспансиями и воплощениями. Наука о Кришне состоит из многих разделов. Философия Санхья предназначена главным образом для обусловленных душ, живущих в материальном мире. Согласно представлениям, передаваемым по парампоре цепи ученической преемственности, философия Санкхи тождественна науке преданного служения. В предыдущей главе были изложены начала науки преданного служения. Теперь же Господь приступает к систематическому изложению этой науки. Он начинает свой анализ с утверждения о том, что изучение систематического описания науки преданного служения Поможет человеку выйти из-под влияния гунматериальной природы. О том же самом говорится в Бхагавадгите. Татомам татватогиатва. Тот, кто постигает Господа в его различных аспектах, получает право войти в Царство Бога. И эти слова Господа перекликаются с данным стихом. Овладев наукой преданного служения, в том виде, в каком она изложена в системе философии Санки, Человек выходит из-под влияния гун материальной природы. А когда вечная душа вырывается из материального плена, она получает право войти в Царство Бога. До тех пор, пока у живого существа будет оставаться хоть малейшее желание господствовать над материальной природой и наслаждаться ею, оно не сможет выйти из-под влияния материальных гун. Поэтому мы должны постараться постичь Верховного Господа, воспользовавшись аналитическим методом философии Санки, описанным Господом Капиладевой. Песнь 3, глава 26, текст 2. Знание является высшей ступенью самосознания. Сейчас я открою тебе это знание, разрубающее узлы привязанности к материальному миру. Комментарий. В Писаниях говорится, что тот, кто обретает истинное знание о чистой душе, то есть осознает свою духовную природу, избавляется от всех материальных привязанностей. Знание дает ему возможность достичь высшего совершенства жизни и понять свою истинную природу. Это подтверждает Швета Шватара Упанишат 3.8. Там Эва видит ватием ритием эти. Постигнув свою духовную природу, то есть увидев свое истинное «я», человек освобождается от таков материального рабства. То же самое в разных формулировках повторяется во многих ведических писаниях, и Бхагаватам тоже подтверждает, что человек должен увидеть свое «я» и понять свою духовную природу. Порушайся атма даршанам. Капиладева говорит матери, что такое видение можно обрести, слушая людей, следующих в духовной науке. Сам Капиладева является высшим авторитетом, ибо он – верховная личность Бога, и когда человек принимает его учение таким, как оно есть, не давая ему собственных толкований, он получает возможность увидеть свое «я». В беседах с Санатаной Госвами Господь читания объяснил ему истинную изначальную природу индивидуального живого существа. Он прямо сказал, что каждая индивидуальная душа является слугой Кришны. Дживера сварупа хая, Кришне ранити адаса. Каждое живое существо вечно остается слугой. Тот, кто осознал, что является неотъемлемой частицей высшей души и его вечная обязанность служить Верховному Господу, достигает ступени самоосознания. Осознав свое истинное «я», он разрубает узел материальных привязанностей. Хридая Грандхи Пхеданам. Живое существо, попавшее под влияние ложного эго, отождествляет себя с телом и материальным миром, и так оказывается в ловушке Майи но как только оно осознает свое качественное духовное тождество с Верховным Господом и поймет, что является вечным слугой Всевышнего, оно достигает Атмадаршина и Хридая Грандхи и Пхеданам. Ступени самоосознания. Видение того, кто разрубил узел привязанности к материальному миру, называют истинным знанием. Атмадаршинам значит смотреть на себя сквозь призму знания. Вот почему тот, кто идет путем истинного знания, избавляется от ложного эго и обретает способность видеть свое «я». А это высшая цель человеческой жизни. Таким образом, душа вырывается из плена 24 элементов материальной природы. Практика аналитического философского метода, получившего название «сангхи», именуется знанием и самосозерцанием. Песнь 3, глава 26, текст 3. Верховная личность Бога – это высшая душа, не имеющая начала. Господь трансцендентен к гунам материальной природы и находится за пределами материального мира. Все мироздание покоится на лучезарном сиянии, исходящем от него, и это сияние дает возможность ощутить его присутствие всюду. Комментарий. Здесь сказано, что у Верховной Личности Бога нет начала. Господь это Пуруша, Высший Дух. Пуруша значит личность. Все известные нам люди тоже являются личностями, но у каждого из них есть начало. Это значит, что некогда они появились на свет, и их жизнь началась в определенный момент времени, который можно установить. Однако Господа называют здесь Анади, не имеющим начала. Опросив всех людей, мы обнаружим, что у каждого из них есть начало, но когда мы найдем того, у кого начала нет, это будет означать, что перед нами Верховная Личность. Таково определение Бога, данное в Брахмасамхите. Ишварах Парамах Кришнах. Верховная Личность Бога – это Кришна, Верховный Победитель. У Него нет начала. Он сам – начало всего сущего. Такое определение Бога дают все ведические писания. В этом стихе Господа называют также душой или духом. Но что такое дух? Дух – это то, что пронизывает собой все сущее. Слово «брахман» значит «великий». Величие брахмана можно ощутить всюду. Что же составляет его величие? сознание. Мы знаем, что такое сознание, потому что им пронизано все наше тело. Каждой клеточкой нашего тела мы ощущаем присутствие сознания. Это индивидуальное сознание. Помимо него существует сверхсознание. Объяснить это можно на примере солнечного света и света, исходящего от небольшого источника света. Солнечный свет виден всюду, и в комнате, и в небе тогда как свет электрической лампочки можно увидеть только на ограниченном расстоянии. Аналогичным образом присутствие нашего сознания можно ощутить только в пределах нашего тела, тогда как сверхсознание или присутствие Бога можно ощутить всюду. В форме своей энергии Господь пребывает в каждом уголке творения. В не сказано, что все, что мы видим вокруг себя, представляет собой различные проявления энергии Верховного Господа. Бхагавадгита подтверждает, что Господь является вездесущим и в виде двух своих энергий, духовной и материальной, пронизывает все мироздание. И духовная, и материальная энергия находятся всюду, и само по себе это доказывает существование Верховной Личности Бога. Сознание, пронизывающее собой все, не ограничено временными рамками. У него нет начала и, следовательно, нет конца. Данный стих противоречит представлениям о том, что сознание возникает в результате взаимодействия материальных элементов на определенном этапе эволюции, ибо здесь сказано, что вездесущее сознание не имеет начала. Выдвигаемая материалистами и атеистами теория, которая отрицает существование души, существование Бога и утверждает, что сознание является продуктом взаимодействия материальных элементов, совершенно неприемлема. Про материю нельзя сказать, что она не имеет начала. У нее есть начало. Подобно тому, как у нашего материального тела есть начало, есть оно и у тела Вселенной. Наше материальное тело – Возникло благодаря существованию души, и точно так же гигантское тело Вселенной возникло благодаря существованию высшей души. Джан Мадей Асия, сказано в Виданта Сутре. Весь материальный мир изошел из Верховной Личности, и только ей обязан своим появлением на свет, эволюцией, существованием и разрушением. В Бхагавадгите Господь также говорит, я начало и источник всего сущего. Данный стих описывает Верховного Господа. Господь не принадлежит к числу смертных. У него нет начала и нет конца. У него нет причины. Он сам причина всех причин. Парах значит трансцендентный, находящийся вне сферы действия созидательной энергии. Господь Творец созидательной энергии. Материальный мир является царством созидательной энергии, но сам Господь не подчиняется ее законам. Он прокритий парах, что значит тот, кто находится над материальной энергией. Находясь вне сферы ее действия, он не подвержен тройственным страданиям, источником которых является эта энергия. Материальные гоны не оказывают на него ни малейшего влияния. Об этом также говорится в данном стихе своям джотих. Он лучезарен по природе. Мы знаем, что часто свет, который мы видим в материальном мире, представляет собой отражение другого света, скажем, лунный свет, отражение солнечного. Солнце тоже светит отраженным светом. Его свет – отражение сияния Брахмаджиоти. А Брахмаджиоти, духовное сияние, является отражением света, исходящего от тела Верховного Господа. Это подтверждает Брахмасамхита. Ясья Прабха Прабхаватах. Брахмаджоти, или сияние Брахмана, это свет, исходящий от тела Господа. Поэтому здесь сказано, Своям Аджотих. Он сам является светом. Свет Верховного Господа распространяется в разных формах, как Брахмаджоти, как свет Солнца и как лунный свет. В Бхагавадгите говорится, что в духовном мире не нужны ни солнечный, ни лунный свет, ни электричество. Это подтверждает и Упанишады. Духовный мир озарен сиянием, исходящим от тела Верховной Личности Бога, поэтому там не нужен ни солнечный, ни лунный, ни электрический и никакой другой свет. Светозарная природа Господа также является аргументом против теории, гласящей, что духовная душа или духовное сознание возникает на определенном этапе эволюции в результате взаимодействия материальных элементов. Слово своям джетих подразумевает, что дух по природе не имеет примеси материи и не зависит от материальных взаимодействий. Данный стих подтверждает, что представление о вездесущности Господа основано на том, что его сияние пронизывает все сущее. Нам известно, что Солнце все время остается на одном месте, но его свет распространяется на миллионы и миллиарды километров. Мы знаем это из собственного опыта. Аналогичным образом, высший источник света всегда пребывает в своей обители на Вайкунхе или во Вриндаване, но исходящий от него свет озаряет не только духовный мир, но проникает и за его пределы. В материальном мире этот свет отражает Солнце, а свет Солнца отражает Луна. Таким образом, хотя сам он пребывает в своей обители, его свет пронизывает духовный мир и все материальные миры. Это подтверждает Брахма Самхита 5.37. Галока Эва не васать, абхилатма абхутах. Он всегда пребывает на Галоке и вместе с тем находится в каждом уголке мироздания. Он сверхдуша всего сущего, верховная личность Бога, и его трансцендентным качеством нет числа. Из этого стиха также следует, что Господь, хотя и является личностью Пурушей, не имеет ничего общего с Пурушами материального мира. Философия Майвади не способна понять, что за пределами материального мира может существовать какая-то личность, поэтому их называют имперсоналистами. Однако здесь ясно сказано, что личность Бога находится за пределами материального творения. Песнь третья, глава двадцать шестая, Текст 4. Развлечение ради, величайший из великих, Верховный Господь, вошел в тонкую материальную энергию, наделенную тремя гонами материальной природы и связанную с Вишну. Комментарий. Особого внимания заслуживает употребленное в данном стихе слово «гуннамайм». «Дайвим» значит «энергия Верховной Личности Бога», а гуннамаем, наделенная тремя гунами материальной природы. Когда материальная энергия Верховной Личности Бога появляется на свет, эта энергия, гуннамаем, проявляется в виде трех гун и покрывает собой все творение. Энергия, исходящая от Верховной Личности Бога, проявляется двояко. Она играет роль эманации Верховного Господа и в то же время действует как завеса, скрывающая лик Господа. В Бхагавадгите сказано, что весь мир пребывает в иллюзии, созданной тремя гонами материальной природы, поэтому обыкновенная обусловленная душа, окутанная этой энергией, не способна увидеть Верховную Личность Бога. Это легко объяснить на следующем примере. Иногда на небе неожиданно появляется большое облако. На это облако можно посмотреть с двух точек зрения. Для Солнца туча является порождением его энергии, но для обыкновенного человека, находящегося в обусловленном состоянии, это облако играет роль завесы, которая заслоняет от него Солнце. На самом деле облако закрывает не само Солнце, а лишь обзор человеку. Точно так же майя, материальная энергия, не способна покрыть Верховного Господа, который находится вне сферы ее влияния. Но она покрывает обыкновенное живое существо. Покрытые ею обусловленные души ⁇ это индивидуальные живые существа, а тот, чья энергия создает Маю, является верховной личностью Бога. В седьмой главе первой песни Шриман Бхагаватам рассказано, как в обрел духовное знание и увидел Верховного Господа и материальную энергию, стоящую за ним. Из этого следует, что материальная энергия не может окутать Господа, как тьма не может заслать солнце. Участок пространства, который способна окутать тьма, ничтожно мал по сравнению с размерами солнца. Тьма может царить в небольшой пещере, но заслать огромный небосвод ей не под силу. Аналогичным образом, застилающая способность материальной энергии ограничена, и ее влияние не распространяется на Верховного Господа, которого поэтому называют Бипху. Как Солнце позволяет облаку появиться на небе, так и Господь позволяет материальной энергии в определенные промежутки времени появляться в его творении. Хотя материальная энергия Господа создает материальный мир, это еще не значит, что она окутывает самого Господа. Тех, кто покрыт материальной энергией, называют обусловленными душами. Господь входит в материальную энергию, чтобы явить свои игры, связанные с созиданием, сохранением и разрушением материального мира. Но обусловленная душа покрыта этой энергией. Она не в состоянии понять, что за пределами материальной энергии находится Верховный Господь, являющийся причиной всех причин. Так же как недалекий человек не может понять, что за облаками по-прежнему ярко сияет Солнце. Песнь 3, глава 26, текст 5. Разделенная тремя гонами на множество видов и форм материальная природа создает различные типы живых существ, и живые существа, видя это, впадают в иллюзию, источником которой является аспект иллюзорной энергии, скрывающей знания. Комментарий. Материальная энергия достаточно могущественна для того, чтобы лишить нас знания, но она не способна заслонить знания, которым обладает Верховная Личность Бога. Ее воздействие подвержено лишь праджах, те, кто родился в материальном теле, то есть обусловленные души. Как сказано в Бхагавадгите и других ведических писаниях, многообразие живых существ вызвано влиянием на них различных гун материальной природы. В Бхагавадгите 7.12 очень хорошо объясняется, что хотя источником гун благости, страсти и невежества является Верховный Господь, сам он не подвержен их влиянию. Иначе говоря, энергия, исходящая от Верховного Господа, не оказывает на него никакого влияния. Она воздействует на обусловленные души, покрытые материальной энергией. Господь является Отцом всех живых существ, ибо Он оплодотворяет материальную природу, помещая в нее обусловленные души. Таким образом, обусловленные души получают тела, созданные материальной энергией, но Отец всех живых существ находится за пределами сферы влияния трех гун материальной природы. В предыдущем стихе говорилось, что Господь создал материальную энергию для того, чтобы явить свои игры, заботясь о тех живых существах, которые хотят наслаждаться материальной энергией и господствовать над ней. Верховный Господь создал этот мир с помощью своей материальной энергии, чтобы дать таким живым существам возможность в кавычках наслаждаться. Почему этот материальный мир стал местом страданий обусловленных душ, вопрос сложный. Ключом к нему может служить употребленное в предыдущем стихе слово «лиллая» для того, чтобы Господь явил свои игры. Господь хочет избавить обусловленные живые существа от склонности к наслаждениям. В Бхагавадгите сказано, что единственным наслаждающимся является верховная личность Бога. Поэтому материальный мир создан для тех, кто хочет притворяться наслаждающимся. Понять это можно на таком примере. Государству, как таковому, полиция не нужна, но поскольку существует определенная категория людей, которые отказываются подчиняться законам государства, правительство оказывается вынуждено создать организацию по борьбе с преступностью. С одной стороны, полиция не нужна, но с другой стороны, в ней есть необходимость. Аналогичным образом, Господу нет нужды создавать материальный мир вместо страданий обусловленных душ. Но вместе с тем существует категория живых существ, которых называют нитьебатхами, вечно обусловленными. Их называют вечно обусловленными потому, что никто не в состоянии определить, когда живое существо, частица Верховного Господа, восстала против Его власти. Каждый может видеть, что существует два типа людей те, кто повинуется законам Верховного Господа, и атеисты или агностики, которые не признают существование Бога и хотят жить по собственным законам. Они хотят предоставить каждому право создавать свои законы и свою религию. Не задаваясь целью выяснить, когда возникли эти два типа людей, можно с уверенностью утверждать, что некоторые живые существа восстали против законов Бога. Таких живых существ называют обусловленными душами, поскольку они обусловлены тремя гонами материальной природы. Вот почему в данном стихе употреблены слова «гунаир витчетрах». Материальный мир населяет 8 миллионов 400 тысяч различных форм жизни. Духовные по природе – все живые существа, трансцендентны к материальному миру. Почему же тогда они находятся в различных телах на разных ступенях эволюционной лестницы? Ответ на этот вопрос содержится в данном стихе. Обусловленные живые существа пребывают под влиянием трех гун материальной природы. Поскольку они созданы материальной энергией, их тела состоят из материальных элементов. Когда материальная энергия покрывает живые существа, они забывают о своей духовной природе. Поэтому здесь употреблено слово «мумухи», указывающее на то, что они забыли свою духовную сущность. Забвение своей духовной природы присуще дживам или обусловленным душам, находящимся под покровом материальной энергии. Другое слово, употребленное в этом стихе, гьяна-гухая. Гуха значит покров, Поскольку знания бесконечно малых обусловленных душ скрыто под покровом материальной энергии, они появляются на свет в самых разных формах жизни. В седьмой главе первой песни Шриман там сказано: Живые существа введены в заблуждение материальной энергии. В ведах также сказано, что вечные живые существа покрыты гонами материальной природы, и потому их называют трехцветными, красно-бело-синими живыми существами. Красный цвет символизирует гуну страсти, белый – гуну благости, а синий – гуну невежества. Три гуны материальной природы относятся к материальной энергии, и попадая под влияние той или иной материальной гуны, живые существа получают материальные тела различной формы. Забыв о своей духовной природе, они отождествляют себя с материальным телом. Говоря «я», обусловленная душа имеет в виду свое материальное тело. Это состояние называют мохой иллюзией. В Каткаупанишат несколько раз повторяется, что верховная личность Бога никогда не попадает под влияние материальной природы. Только обусловленные души, крошечные частицы Всевышнего, оказываются во власти материальной природы и появляются на свет в различных телах, находящихся под влиянием той или иной гоны материальной природы. Песнь 3, глава 26, текст 6. Трансцендентное живое существо, забывшее о своей истинной природе, считает материальную энергию полем своей деятельности и, исходя из этой ложной предпосылки, приписывает себе все свои действия. Комментарий. Забывчивое живое существо похоже на человека который под влиянием некой болезни лишился рассудка или на человека одержимого злыми духами, который потерял контроль над своими действиями, но тем не менее считает что по прежнему владеет собой попадая под влияние материальной энергии обусловленная душа пропитывается материальным сознанием в подобном состоянии живое существо приписывает самому себе все свои действия которые на самом деле совершает материальная энергия. Душа, находящаяся в чистом состоянии, пребывает в сознании Кришны. Тот, кто не действует в сознании Кришны, действует в материальном сознании. Сознание нельзя уничтожить, ибо оно является атрибутом живого существа. Материальное сознание нужно просто очистить. Тот, кто признает Кришну, Верховного Господа, своим победителем и меняет тип своего сознания, превращая материальное сознание в сознание Кришны, обретает освобождение. Песнь 3, глава 26, текст 7. Материальное сознание является причиной обусловленной жизни живого существа, условия которой навязывает ему материальная энергия. Хотя трансцендентная духовная душа не причастна к материальной деятельности, попав под влияние материальной энергии, она оказывается в плену обусловленной жизни. Комментарий. Философы Майвади, которые не видят разницы между высшим духом и индивидуальной душой, утверждают, что обусловленная жизнь живого существа является его лилой игрой. Но на самом деле слово «игра» подразумевает участие в играх Господа. Извращая смысл этого слова, вади утверждают, что даже тогда, когда живое существо рождается свиньей и питается испорожнениями, оно наслаждается своими в кавычках играми. Такого рода толкования очень опасны. На самом деле, Верховный Господь является властелином и хранителем всех живых существ. Его игры трансцендентны к любой материальной деятельности. Игры Господа ни в коем случае нельзя приравнивать к деятельности обусловленных душ. Живое существо, ведущее обусловленную жизнь, фактически является пленником материальной энергии. Обусловленная душа делает только то, что ей диктует материальная энергия. Сама душа не несет никакой ответственности за свои действия она лишь наблюдает за собственной деятельностью. Эта материальная энергия заставляет обусловленную душу действовать подобным образом, потому что она отвернулась от Кришны и оскорбила его, попытавшись разорвать свои вечные взаимоотношения с ним. Поэтому в Бхагавадгите Господь Кришна говорит, что майя, его материальная энергия, очень сильна, практически неодолима. Но если живое существо поймет, что по своей природе является вечным слугой Кришны и попытается действовать в соответствии с этим, то как бы сильно оно не было обусловлено, оно тотчас выйдет из-под влияния Майи. Об этом со всей определенностью сказано в седьмой главе Бхагавадгиты. Кришна сам берет на себя заботу о всяком, кто, осознав свою беспомощность, предается ему и освобождает его из плена Майи или обусловленной жизни. На самом деле, духовная душа вечно исполнена блаженства и знания. Саччит Ананда. Но оказавшись в когтях Майи, она вынуждена снова и снова рождаться, умирать, стареть и болеть. Каждый из нас должен очень серьезно отнестись к болезни материального существования и постараться излечиться от нее, развив в себе сознание Кришны. Это позволит нам раз и навсегда покончить со всеми страданиями. Подводя итог, можно сказать, что причиной страданий обусловленной души является ее привязанность к материальной природе. И чтобы избавиться от этих страданий, живому существу необходимо перенести свою привязанность с материальных объектов на Кришну. Песнь 3, глава 26, текст 8. Причиной возникновения материального тела, обусловленной души, Органов чувств этого тела и управляющих ими полубогов является материальная природа. Это известно всем образованным людям. А причина счастья и страданий, которые испытывает трансцендентная по своей природе душа, кроется в ней самой. Комментарий. В Бхагавадгите говорится, что когда Господь появляется в материальном мире, Он приходит сюда в личностной форме с помощью своей энергии от Мамаи, а не по принуждению некой высшей силы. Он не сходит в этот мир по собственной воле, и это можно назвать развлечением, лилой. Однако в данном стихе ясно сказано, что обусловленная душа вынуждена воплощаться в теле определенного типа, которое наделено определенными органами чувств и находится под влиянием определенного сочетания трех гон материальной природы. Она получает это тело не по собственному выбору. Иначе говоря, обусловленная душа лишена свободы выбора и вынуждена получать тело определенного типа в зависимости от своей кармы. Но когда живое существо испытывает на себе последствия своей деятельности в форме радостей и страданий, их причиной следует считать саму душу. Если она того захочет, то может положить конец обусловленной жизни в мире двойственности, став на путь преданного служения Кришне. Живое существо само является причиной собственных страданий, но оно может стать и причиной своего вечного счастья. Когда живое существо хочет действовать в сознании Кришны, внутренняя духовная энергия Господа предоставляет ему подходящее тело. А когда оно желает удовлетворять собственные чувства, то получает тело, состоящее из материальных элементов. Таким образом, живое существо вправе выбирать между духовным и материальным телом, но воплотившись в том или ином теле, оно вынуждено страдать или наслаждаться в зависимости от своего выбора. Философы Майвади утверждают, что живое существо рождается в теле свиньи, чтобы наслаждаться своими играми. Однако эта теория неприемлема, так как само слово «игра» подразумевает добровольный выбор тела, которое будет приносить живому существу наслаждение. Таким образом, представление о Майваде – величайшее заблуждение. Страдания, навязываемые живому существу, никак нельзя назвать развлечением. Господь развлекается – а живое существо расплачивается за поступки, совершенные в прошлом. И нет никаких оснований приравнивать злоключение живого существа к играм Господа. Песнь 3, глава 26, текст 9. Да в охоте сказала, «О верховная личность Бога, расскажи, пожалуйста, о качествах высшей личности и энергиях Господа» ибо он и его энергия являются причинами проявленного и непроявленного миров. Комментарий. Пракрити или материальная природа находится в таком же положении по отношению к Верховному Господу и живым существам, в каком находится женщина по отношению к своему мужу и детям. В Бхагавадгите Господь говорит – что он оплодотворяет мать-природу, зачиная в ее илонии и детей живых существ, которые появляются на свет во всем многообразии видов и форм. Господь Капила рассказал Давахуте о том, в каких отношениях находятся между собой живые существа и материальная природа. И теперь она хочет узнать о взаимоотношениях между материальной природой и Верховным Господом. Говорится, что в результате этих взаимоотношений возникает проявленный и непроявленный материальный мир. Непроявленный материальный мир – это тонкая по природе махаттатва, которая дает начало проявленному материальному космосу. В ведических писаниях сказано, что, бросая взгляд на совокупную материальную энергию, Верховный Господь оплодотворяет ее, а материальная природа порождает все сущее. В 9 главе Бхагавадгиты также говорится, что материальная природа приходит в движение под взглядом Господа от Якшина и действует под Его руководством и по Его воле. Мнение о том, что природа действует слепо, не соответствует действительности. Узнав о положении обусловленных душ и их взаимоотношениях с материальной природой, Двахоти хочет узнать, как Господь управляет природой, и в каких отношениях он с ней находится. Иначе говоря, она хочет узнать о качествах Верховного Господа, проявляемых в его отношениях с материальной природой. Отношения живых существ с материальной природой в корне отличаются от тех отношений, в которых находятся между собой Верховный Господь и материя, чтобы не говорили по этому поводу философы Майвади. Когда в писаниях говорится о том, что живые существа пребывают в иллюзии, философы Маевади заявляют, что при этом имеется в виду и Верховный Господь. Но их представления не имеют ничего общего с действительностью. Господь никогда не впадает в иллюзию. Это принципиальный вопрос, во взглядах на который расходятся персоналисты и имперсоналисты. Да в охоте достаточно разумная женщина, чтобы понять, что живые существа не могут быть равными Верховному Господу. Бесконечно малые живые существа в силу ничтожности своих размеров попадают под власть материальной природы, которая обуславливает их и вводит в заблуждение. Но это еще не означает, что Верховный Господь также является обусловленным и пребывает в иллюзии. Различие между обусловленной душой и Господом заключается в том, что Господь всегда остается Господом, повелителем материальной природы, и потому не подчиняется ее власти. Он не подвластен ни духовной, ни материальной природе. Он верховный повелитель, и потому его нельзя приравнивать к обыкновенным живым существам, которые находятся под властью законов природы. В данном стихе употреблены два слова – сад и осад. Материальное мироздание не существует, осад, но материальная энергия Верховного Господа существует вечно, сад. Материальная природа, будучи энергией Господа, в своей тонкой форме существует вечно, но иногда она проявляет несуществующую или временную природу, называемую материальным мирозданием. Материальную природу можно сравнить с матерью, а Господа с Отцом. И мать, и отец существуют, но мать иногда производит на свет детей. Аналогичным образом, материальный космос, источником которого является непроявленная материальная природа Верховного Господа, периодически появляется на свет и в свой срок исчезает. Однако сама материальная природа существует вечно. А Господь является высшей причиной как тонкой, так и грубой форм материального мира. Песнь 3, глава 26, текст 10. Господь, Верховная Личность Бога, сказал. Непроявленное, вечно существующее сочетание трех гун является причиной проявленного состояния материи и называется Пратханой. В проявленном состоянии его называют пракрити. Комментарий. В данном стихе Господь говорит о тонкой форме материи, которую называют пратханой, и анализирует ее. В отличие от пракрити, пратхана является недифференцированным состоянием совокупности материальных элементов в тонкой форме. Но хотя Прадхана и находится в недифференцированном состоянии, в ней содержатся все материальные элементы. В результате взаимодействия трех гун материальной природы совокупность материальных элементов переходит в проявленное состояние, которое называют Пракрити. Имперсоналисты заявляют, что Брахман лишен многообразия и двойственности. Исходя из этого, можно предположить, что Пратхана и является Брахманом, но в действительности Брахман это не Прадхана. Брахман отличен от Пратханы, ибо в Брахмане нет гун материальной природы. На это нам могут возразить, что Махататва также отличается от Пратханы, так как в Махататве различные материальные элементы находятся в проявленном состоянии. Однако истинное определение Пратханы приведено в данном стихе. Когда причины и следствия еще не проявлены до конца объекта, элементы Махаттатвы не вступают во взаимодействие друг с другом, и это состояние материальной природы называется Пратханой. Пратхана не является элементом времени, поскольку время подразумевает действие и противодействие, сотворение и разрушение. Не является она также и дживой, пограничной энергией, к которой относятся живые существа, и покрытыми материальной оболочкой живыми существами, поскольку материальные оболочки живых существ не вечны. В этом стихе употреблено прилагательное нитья, указывающее на то, что Пратхана вечна. Таким образом, состояние материальной природы, непосредственно предшествующее ее переходу в проявленное состояние, называют Пратханой. Песнь 3, глава 26, текст 11. Совокупность пяти грубых и пяти тонких материальных элементов, четырех внутренних чувств, пяти познающих чувств и пяти действующих чувств называют Пратханой. Комментарий. Согласно Бхагавадгите, совокупность 24 элементов, перечисленных в данном стихе, называется юнир-махат-брахмой. В процессе оплодотворения материальной природы совокупность живых существ входит в юнир-махат-брахму, в результате чего живые существа появляются на свет в различных телах, начиная с брахмы и кончая крошечным муравьем. В Шримад Бхагаватам и других ведических писаниях совокупность 24 элементов Пратхану также называют Йонир Махат Брахмой. Она порождает на свет все живые существа и поддерживает их существование. Песен 3, глава 26, текст 12. Пять грубых элементов это земля, вода, огонь, воздух и эфир. Кроме того, существует пять тонких элементов – запах, вкус, цвет, касание и звук. Песнь 3, глава 26, текст 13. Познающих чувств и органов деятельности в общей сложности 10. Это орган слуха, орган вкуса, орган осязания, орган зрения, орган обоняния, активный орган речи, органы действия, а также органы, с помощью которых живые существа передвигаются, размножаются и выводят из организма испорожнения. Песен 3, глава 26, текст 14. Внутренние тонкие чувства проявляются в четырех формах. В виде ума, интеллекта, эго и оскверненного сознания а различить их можно только по их функциям, ибо каждая из них проявляет себя по-разному и характеризуется различными признаками. Комментарий. Перечисленные в этом стихе четыре внутренних или тонких чувства различают по проявляемым ими качествам. Когда чистое сознание живого существа осквернено материей, и оно отождествляет себя с телом, о нем говорят, что оно находится под властью ложного эго. Сознание является функцией души, поэтому за сознанием всегда скрывается душа. Сознание, омраченное материальной скверной, называют аханкарой. Песнь 3, глава 26, текст 15. Все это называют брахманом, наделенным качествами. Связующий фактор, называемый временем, считается 25-м материальным элементом творения. Комментарий. Веды утверждают, что не существует ничего, кроме брахмана. Сарвам калф и дам брахма. Чхандогья Упанишат. 3.14.1. В Вишнупуране также сказано, что все, что мы видим вокруг, является парасия Брахмана-Шактих. Иначе говоря, все мироздание представляет собой проявление энергии высшей абсолютной истины Брахмана. Когда Брахман соединяется с тремя агунами благостью, страстью и невежеством, возникает материальное проявление, которое иногда называют сагуна-брахманом и которое состоит из двадцати пяти материальных элементов. В ниргуна-брахмане, неоскверненном соприкосновением с материей, то есть в духовном мире, не существует гун страсти и невежества. Там царит чистая бесприместная благость. Философия Сангхи учит, что сагуна-брахман состоит из 25 элементов, к числу которых относится также фактор времени, прошлое, настоящее и будущее. Песен 3, глава 26 текст 16. Для обведенной в заблуждение обусловленной души, вошедшей в соприкосновение с материальной природой, власть Верховной Личности Бога проявляется в форме времени, которая вселяет в обусловленную душу, находящуюся под влиянием ложного эго, страх смерти. Комментарий. Причиной свойственного живому существу страха смерти является ложное эго, которое заставляет его отождествлять себя с материальным телом. Все в этом мире боятся смерти. На самом деле, духовная душа бессмертна, но когда живое существо начинает отождествлять себя с телом, в него вселяется страх смерти. То же самое говорится в Шримад-Бхагаватам 11.2.37. Мхаям двитья пхи невешатах сьят. Слово двитья относится к материи, которая отлична от духа. Будучи порождением духа, материя является его вторичным проявлением. Подобно тому, как перечисленные выше материальные элементы, созданы Верховным Господом или Высшим Духом, материальное тело также является порождением бессмертной души. Поэтому материальное тело называют Двитие вторым. Тот, кто отождествляет себя с этим вторичным элементом или вторичным проявлением духа, боится смерти. Но тот, кто убежден в том, что он отличен от тела, избавляется от страха смерти, ибо душа не умирает. Душа, занимающаяся духовной деятельностью в преданном служении, поднимается над рождением и смертью. Такой душе уготована полная духовная свобода и освобождение от оков материального тела. Страх смерти порожден калой, фактором времени, олицетворяющим власть Верховной Личности Бога. Иначе говоря, время играет роль разрушительной силы. Все, что появляется на свет, время обрекает на гибель и тление. Являясь представителем Господа, время напоминает нам о необходимости предаться Ему. В образе времени Господь разговаривает с каждой обусловленной душой. В Бхагавадгите Он говорит, что живое существо, которое предается Ему, сможет одолеть рождение и смерть. Поэтому мы должны видеть во времени верховную личность Бога, представшую перед нами. Более подробно это объясняется в следующем стихе. Песнь 3, глава 26, текст 17. Дорогая мать, от дочь своем Пхоуману! Как я уже говорил, фактор времени – это верховная личность Бога, источник мироздания, которая появляется на свет в результате возбуждения инертной, непроявленной природы. Комментарий. Здесь Господь Капила описывает да в охоте непроявленное состояние материальной природы, Пратхану. Он говорит, что когда под взглядом Верховной Личности Бога материальная природа приходит в движение, она проявляет себя во всем многообразии видов и форм. До этого она находится в инертном состоянии, в котором тригуны материальной природы не взаимодействуют друг с другом. Иначе говоря, без вмешательства верховной личности Бога, материальная природа не способна произвести на свет многообразие проявленного мира. Это очень хорошо объяснено в Бхагавадгите. Причиной всего, что создает материальная природа, является верховная личность Бога. Без помощи Господа, материальная природа ничего не способна произвести на свет. В связи с этим в читании Чаритамрити приведен наглядный пример. Выросты на шее козы по внешнему виду напоминают вымя, но из них нельзя надоить молока. Аналогичным образом ученому-материалисту кажется, что материальная природа творит чудеса, тогда как на самом деле она не способна действовать самостоятельно, без вмешательства возбудителя, в роли которого выступает время, являющееся представителем верховной личности Бога. Когда время приводит инертную материальную природу в движение, она начинает создавать многообразные формы жизни. Здесь сказано, что первопричиной творения является верховная личность Бога. Как женщина не может родить ребенка, пока ее не оплодотворит мужчина, так и материальная природа не способна ничего произвести на свет, пока не будет оплодотворена верховной личностью Бога в образе времени. Песнь 3, глава 26, текст 18. Являя свои энергии, Господь, Верховная Личность Бога, соединяет различные материальные элементы, находясь внутри них в образе сверхдуши и вне их в образе вечного времени. Комментарий. Здесь сказано, что Верховная Личность Бога в образе сверхдуши пребывает в сердце каждого живого существа. Об этом говорится также в Бхагавадгите. Сверхдуша находится подле индивидуальной души, выступая в роли свидетеля всех ее поступков. Это подтверждает другое ведическое писание, в котором говорится, что на дереве тела сидят две птицы. Одна поедает плоды этого дерева, а другая наблюдает за ее действиями. Этот поруша, параматма, пребывающий в теле индивидуальной души, в Бхагавадгите 13.23 назван Упадраштой, свидетелем, и Анумантой, тем, кто санкционирует действия индивидуальной души. Обусловленная душа получает от внешней энергии Верховного Господа определенное тело, в котором она наслаждается и страдает. Однако верховное живое существо, или параматма, отлично от индивидуальной души. В Бхагавадгите его называют Махешварой, Верховным Господом. Он является параматмой, а не дживатмой. Параматма – это сверхдуша, которая находится подле обусловленной души, чтобы санкционировать ее действия. Обусловленная душа приходит в материальный мир ради того, чтобы господствовать над материальной природой. Но поскольку живое существо ничего не может сделать без позволения Верховного Господа, Господь всегда находится рядом с живой, индивидуальной душой, наблюдая за ее поступками и санкционируя их. Его также называют Бхоктой. Он обеспечивает обусловленные души всем необходимым и поддерживает их существование. По своей природе все живые существа являются частицами Верховного Господа, поэтому Господь относится к ним с огромной любовью. К сожалению, когда внешняя энергия вводит живое существо в заблуждение, оно забывает о своих вечных взаимоотношениях с Господом. Но как только живое существо осознает свое истинное положение, оно обретает освобождение. Ничтожная независимость, которой наделено живое существо, проявляется в том, что оно занимает пограничное положение. Если оно захочет, то может забыть верховную личность Бога и оказаться в материальном мире, где побуждаемое ложным эго будет добиваться господства над материальной природой. Но если оно захочет обратиться к Господу и начать служить Ему, то сможет исполнить и это свое желание. Индивидуальное живое существо вправе выбирать между этими двумя возможностями. Когда оно обращается к Господу, его материальному существованию приходит конец, и оно достигает цели жизни. Но пока живое существо злоупотребляет своей независимостью, оно обречено на прозябание в материальном мире. Однако Господь так добр, что в образе сверхдуши всегда находится рядом с обусловленной душой. Господь делает это не для того, чтобы испытывать наслаждение и страдания материального тела. Он сопровождает дживу только для того, чтобы санкционировать ее поступки и следить за тем, чтобы она получила плоды своей деятельности, хорошие или плохие. Вне тела обусловленной души верховная личность Бога пребывает в образе времени. Согласно философии Санки, материальный мир состоит из 25 элементов. 24 элемента уже были описаны, а 25-м является время. Некоторые философы добавляют к этому списку сверхдушу, считая ее 26-м элементом творения. Песнь 3, глава 26, текст 19. После того, как Верховная Личность Бога с помощью своей внутренней энергии оплодотворяет материальную природу, материальная природа производит на свет совокупный космический разум, который называют Хиранмай. Это происходит в недрах материальной природы, приведенной в движение судьбами обусловленных душ. Комментарий. Процесс оплодотворения материальной природы описан в Бхагавадгите 14.3. Основой материальной природы является Махаттатва, источник всего многообразия видов и форм. Та часть материальной природы, которую называют пратханы и Брахманом, оплодотворенная Верховной Личностью Бога, производит на свет все многообразие живых существ. Материальная природа в этой связи иногда называют брахманом, поскольку она является искаженным отражением духовной природы. В не сказано, что живые существа имеют духовную природу. Энергия Верховного Господа духовна, и живые существа, хотя их и называют пограничной энергией, тоже духовны. Если бы живые существа не были духовными, то описание процесса оплодотворения материальной природы Верховным Господом, приведенное в данном стихе, не имело бы смысла. Верховный Господь никогда не помещает свое семя в лона, которое не является духовным. А здесь сказано, что он помещает свое семя в лона материальной природы. Это означает, что живые существа духовны по природе. После оплодотворения материальная природа производит на свет различные живые существа во всем многообразии видов и форм, начиная с самого великого из них, Господа Брахмы, и кончая крошечным муравьем. В Бхагавадгите 14.4 Кришна называет материальную природу Сарвайонишу. Это значит, что материальная природа является матерью всех форм жизни – полубогов, людей, животных – птиц и зверей, а верховная личность Бога является отцом, дающим семя. Известно, что отец дает ребенку жизнь, а мать – тело. И хотя семя жизни дает ребенку отец, его тело формируется в утробе матери. Аналогичным образом, в процессе оплодотворения Господь помещает духовные живые существа в лоно материальной природы – а их тела, развивающиеся в лоне материальной природы, принимают разнообразные формы, давая начало многочисленным видам жизни. Этот стих опровергает теорию, гласящую, что жизнь возникает в результате взаимодействия 24 материальных элементов. Жизненная сила исходит непосредственно от верховной личности Бога и является полностью духовной. Поэтому, какого бы прогресса не достигла материальная наука, ученые никогда не смогут создать жизнь. Жизненная сила приходит из духовного мира и никак не зависит от взаимодействий материальных элементов. Песнь 3, глава 26, текст 20. Явив это многообразие, корень всего мироздания – Сияющая Махаттатва, которая содержит в себе все вселенные и не подлежит уничтожению, поглощает тьму, покрывающую ее сияние, в период разрушения материального мира. Комментарий Поскольку Верховный Господь, исполненный блаженства и знания, существует вечно, его разнообразные энергии в непроявленном состоянии тоже существуют вечно. Поэтому, когда была создана Махаттатва, она породила материальное эго и поглотила тьму, которая покрыла материальный космос в период разрушения материального мира. Это можно объяснить на следующем примере. Ночью человек, объятый тьмой, бездействует, а утром, когда он просыпается, ночная тьма, покрывавшая его из обвения сна, исчезает без следа. Точно так же, когда минует ночь разрушения и Махаттатва снова появляется на свет, она излучает сияние, из которого возникает все многообразие материального мира. Песен 3, глава 26, текст 21. Тогда в Махаттатве проявляется гуна благости, которая представляет собой ясное, спокойное состояние осознания личности Бога, и которую обычно называют Васудевой или Сознанием. Комментарий Васудева, то есть состояние сознания Верховной Личности Бога, называют чистой благостью или шутхасатвой. Покой Шутхасатвы никогда не нарушает другие качества страсть и невежество. В ведических писаниях говорится о том, что Господь проявляет себя в образе четырех личностей Бога ⁇ Васудевы, Санкаршины, Прадьемны и Анирудхи. Четыре экспансии Господа возникают на описанные здесь стадии возрождения Махаттатвы. Господь в образе Параматмы, пребывающей в сердце каждого живого существа, сначала проявляется как Васудева. Ясное сознание живых существ, достигших ступени Васудевы, не замутняет материальные желания, и потому они способны постичь верховную личность Бога, которую Бхагавадгита называют Адхутой. Это еще один аспект Махататвы. Аспект Васудевы называют также сознанием Кришны, поскольку в нем нет ни малейшей примеси материальной страсти и невежества. Ясность сознания помогает живому существу постичь верховную личность Бога. В Бхагавадгите ступень Васудева описана словом кшетрагия, которая приложима как к тому, кто знает поле деятельности, так и к Всеведущему Господу. Живое существо, пребывающее в теле определенного типа, знает это тело. А Всеведущему Господу в Васудеве известно не только какое-то одно тело, но и поле деятельности во всем многообразии материальных тел. Чтобы обрести чистое сознание или сознание Кришны, мы должны поклоняться Васудеве. Васудевой называют Кришну без спутников. Форма Кришна или Вишну, в которой его не сопровождает внутренняя энергия, называется Васудевой а Кришна в сопровождении своей внутренней энергии носит имя Дваракатхиши. Чтобы обрести ясное сознание, сознание Кришны, необходимо поклоняться в Васудеве. В Бхагавадгите также сказано, что только после многих-многих жизней человек предается Васудеве. Такая великая душа встречается очень редко. Чтобы избавиться от ложного эго, необходимо поклоняться Санкаршине. Санкаршине также поклоняются, почитая Господа Шиву. Змеи, которые обвивают тело Господа Шивы, являются представителями Санкаршины, а сам Господь Шива постоянно медитирует на Санкаршину. Поклоняясь Господу Шиве как преданному Санкаршине, человек может избавиться от ложного материального эго. Тот, кто хочет избавиться от беспокойств, причиняемых умом, должен поклоняться Анирудхе. Для достижения этой цели Веда рекомендует также поклоняться Луне. Аналогичным образом, чтобы укрепить свой интеллект, нужно поклоняться Прадьюмне, достичь которого может тот, кто поклоняется Брахме. Обо всем этом рассказано в ведических писаниях. Песнь 3, глава 26, текст 22 Эти аспекты возникли одновременно после появления на свет Махаттатвы Как вода в своем естественном состоянии до соприкосновения с Землей чиста, вкусна и спокойна, так отличительными признаками чистого сознания являются невозмутимость, ясность и сосредоточенность. Комментарий. Чистое сознание, то есть сознание Кришны, существует только в самом начале творения. На заре творения сознание находится в неоскверненном состоянии. Однако чем сильнее оскверняется живое существо, соприкасающееся с материей, тем мутнее становится его сознание. Живое существо, обладающее чистым сознанием, способно разглядеть в нем едва уловимое отражение верховной личности Бога. Как в чистой, спокойной, незамутненной воде все видно очень ясно, так и в чистом сознании или сознании Кришны можно увидеть вещи такими, как они есть. В зеркале чистого сознания живое существо видит верховную личность Бога и свою истинную сущность. Такое состояние сознания является радостным, прозрачным и спокойным. Итак, на заретворение сознание чисто. Песен 3, глава 26, тексты 23, 24. Материальное эго появляется из махататвы, которая образуется из личной энергии Господа. Материальное эго прежде всего наделено созидательной энергией трех видов – благостной, страстной и невежественной. Эти три вида материального эго порождают ум, органы чувственного восприятия, органы действия и грубые материальные элементы. Комментарий. В начале творения из ясного чистого сознания Кришны возникает первый материально оскверненный элемент. Его называют ложным эго или отождествлением себя с телом. Живое существо в естественном состоянии обладает сознанием Кришны, но пограничное положение живого существа дает ему возможность злоупотребить своей независимостью и забыть Кришну. Изначально каждое живое существо обладает чистым сознанием Кришны, но если оно злоупотребляет своей пограничной независимостью, то получает возможность забыть о Кришне. В этом можно убедиться на практике. Есть много примеров того, как люди, действующие в сознании Кришны, неожиданно менялись. Поэтому у Панишады сравнивают путь духовного самоосознания с лезвием бритвы. Это очень удачный пример. С помощью острой бритвы можно гладко побриться, но стоит отвлечься во время бритья, и одного неверного движения будет достаточно, чтобы порезаться. Таким образом, мало просто подняться на уровень чистого сознания Кришны. Достигнув этого уровня, мы должны проявлять крайнюю осторожность. Малейшая небрежность или оплошность могут привести к падению. Причиной такого падения является ложное эго. Ложное эго возникает из чистого сознания, когда живое существо злоупотребляет своей независимостью. Спорить о том, почему из чистого сознания появляется ложное эго, не имеет смысла. В сущности, это может случиться в любой момент, поэтому нам нужно быть очень осторожными. Ложное эго лежит в основе любой материальной деятельности, которая находится под влиянием гун материальной природы. Как только живое существо падает с уровня чистого сознания Кришны, оно сразу же запутывается в сетях кармических последствий своей деятельности. А плотом материализма является материальный ум, из которого, в свою очередь, возникают чувства и материальные органы тела. Песнь 3, глава 26, текст 25. Троякая Аханкара, источник грубых элементов, чувств и ума, не отлично от них самих, ибо служит их причиной. Аханкару называют Санкаршиной, которая является никем иным, как тысячеголовым господом Анантой. Песнь 3, глава 26, текст 26. Это ложное эго проявляет себя как деятель, орудие деятельности и ее результат. При этом ложное эго может быть умиротворенным, деятельным или пассивным, в зависимости от того, какая изгун, благость, страсть или невежество оказывает на него свое влияние. Комментарий Аханкара или ложное эго трансформируется в полубогов, управляющих деятельностью материальной Вселенной. Как инструмент ложное эго проявляет себя в виде различных чувств и органов чувств. Полубоги и чувства, соединяясь друг с другом, производят материальные объекты. Существа, живущие в материальном мире, производят множество различных вещей, называя это прогрессом человеческой цивилизации. Но на самом деле подобный прогресс ничто иное, как проявление ложного эго. Все материальные вещи и предметы создаются ложным эгом и предназначены для удовлетворения чувств. Мы должны прекратить искусственно раздувать свои потребности в материальных вещах. Великий Ачарья народ Тамадастакур сокрушался о том, что, лишаясь чистого сознания Васудевы или сознания Кришны, человек запутывается в сетях материальной деятельности. Он говорил – Сатсангач Чхадикайну Асате Виласа ГЕЛАЕ Лагелае Хабханса. Желая наслаждаться бренным материальным миром, я утратил чистое сознание и запутался в сетях действий и их последствий. Песнь третья, глава 26, текст 27. Ложное эго в гоне благости, в свою очередь, тоже подвергается трансформации, в результате которой возникает ум, а порождаемые им мысли и образы формируют наши желания. Комментарий. Основная функция ума – принимать и отвергать, исходя из различных желаний. Мы желаем то, что доставляет удовольствие нашим чувствам, и отвергаем то, что мешает нам наслаждаться. Материальный ум очень неустойчив, но его можно обуздать заняв деятельностью в сознании Кришны. Но пока ум находится на материальном уровне, он будет постоянно меняться. И все, что он принимает или отвергает, является осад временным. Говорится, что тот, чей ум не сосредоточен на сознании Кришны, постоянно колеблется, принимая или отвергая. Пока человек, какими бы глубокими познаниями он не обладал, не сосредоточит свой ум на сознании Кришны, он будет все время принимать и отвергать, и не сможет сосредоточить свой ум на чем-то одном. Песнь 3, глава 26, текст 28. Ум живого существа известен под именем Господа Анирудхи, верховного повелителя чувств. Его и синее черное тело напоминает цветы лотоса, распускающиеся осенью, а идущие путем йоги постепенно открывают его для себя. Комментарий Цель йоги заключается в том, чтобы обуздать ум, а Господом ума является Анирудха. Говорится, что у Анирудхи четыре руки, в которых он держит Сударшина чакру, раковину, палец и цветок лотоса. Существует 24 различные формы вишну, каждая из которых носит свое имя. Санкаршина, Анирудха, Прадьюма и Васудева подробно описаны в читании Чаритамрити, где сказано, что Анирудха является объектом поклонения всех йогов. Медитация на пустоту – новомодное изобретение плодовитого ума какого-то мыслителя. Истинная йогическая медитация, как сказано в данном стихе, должна быть направлена на образ Анирудхи. Медитируя на Анирудху, йог избавляется от беспокойств, сопряженных с принятием и отвержением. Тот, чей ум сосредоточен на Анирудхе, постепенно осознает Бога. Он достигает уровня чистого сознания Кришны, что является высшей целью йоги. Песен 3, глава 26, текст 29. О, добродетельная женщина. Трансформация ложного эго в гоне страсти приводит к возникновению интеллекта. Функция интеллекта заключается в том, чтобы определять природу объектов, попадающих в поле зрения живого существа и помогать его чувствам. Комментарий. Интеллектом называют проницательность, необходимую для того, чтобы постигать предметы. Другая функция интеллекта ⁇ помогать чувствам сделать выбор. Поэтому интеллект должен быть хозяином чувств. Интеллект достигает совершенства, когда человек сосредотачивает его на деятельности в сознании Кришны. Сознание того, кто правильно использует интеллект, постепенно расширяется, пока в конце концов не превращается в сознание Кришны. Песнь третья, глава 26, текст 30. Сомнение, заблуждение, верное представление, память и сон, выполняющие различные функции, считаются отличительными признаками интеллекта. Комментарий. Сомнение ⁇ одна из самых важных функций интеллекта. Склонность все принимать на веру не свидетельствует о большом разуме. Поэтому самым важным в данном стихе является слово ⁇ самшая ⁇ чтобы развить интеллект, человек вначале должен все подвергать сомнению. Однако сомнения перестают приносить благо, когда речь идет об информации, полученной из авторитетного источника. В Бхагавадгите Господь говорит, что сомнение в словах авторитета губительно. Патанджали, автор системы йоги, говорит «Прамана випарья я викал по нидра смритьях». Только с помощью интеллекта можно постичь истинную природу вещей. Только опираясь на интеллект, человек может понять, является он телом или нет. Исследование природы своего я начинается с сомнения. Осознав свою истинную природу, человек понимает, что отождествление себя с материальным телом является заблуждением. Это заблуждение называют випарисом. Поняв ложность телесной концепции жизни, человек обретает способность составить верное представление о своей природе. Правильная концепция в данном стихе определяется словом «нищаях», что значит «знание, подтвержденное опытом». Такое знание может обрести только тот, кто понял ложность материальной концепции жизни. Идя путем экспериментального, то есть проверенного на практике знания, человек в конце концов осознает, что он не тело, а духовная душа. Смрите значит память, а свапа сон. Сон необходим для того, чтобы поддерживать интеллект в рабочем состоянии. Без сна мозг не может нормально функционировать. Бхагавадгита подчеркивает, что тот, кто соблюдает меру в еде, сне и умерен в удовлетворении других телесных потребностей, достигает цели йоги. Таковы некоторые аспекты аналитического исследования природы интеллекта, освещенные в трудах по йоге Патанджали и философии Санхии Господа Капилы, которая изложена в Шримад Бхагаватам. Песнь 3, глава 26, текст 31. Эгоизм в гоне страсти порождает два вида чувств – познающие и действующие. Действующие чувства связаны с жизненной энергией, а познающие – с интеллектом. Комментарий. В предыдущих стихах говорилось, что ум является продуктом эго в гоне благости, и его основная функция – принимать или отвергать что-либо в зависимости от желания живого существа. А здесь сказано, что интеллект – это порождение эго в гоне страсти. В этом заключается разница между умом и интеллектом. Ум порожден ложным эго в гоне благости, а интеллект порожден эго в гоне страсти. Желание принять или отвергнуть что-либо является основной характеристикой ума. Поскольку ум является порождением гоны благости, то, сосредоточив его на победителе ума, а не рудхи, мы можем изменить свой ум, наполнив его сознанием Кришны. Народ Тамадастакур говорит, что нас постоянно обуревают желания. Поток желаний невозможно остановить, но если целью наших желаний будет удовлетворение верховной личности Бога, то мы сможем достичь совершенства. Когда живое существо стремится к господству над материальной природой, его желания оскверняются материей. Поэтому прежде всего необходимо очистить свои желания. На первых порах процесс очищения должен проходить под руководством духовного учителя, поскольку духовный учитель знает, каким образом можно направить желание ученика на сознание Кришны. Что касается интеллекта, то здесь ясно сказано, что он является продуктом эгоизма в гуне страсти. В процессе духовной практики человек поднимается на уровень гуны благости, а предавшись верховной личности Бога или сосредоточив ум на Господе, становится великой личностью, махатмой. В Бхагавадгите об этом говорится «самахатма судур лабхах». Такая великая душа встречается очень редко. Из данного стиха явствует, что оба вида чувств, познающие и действующие, порождены эгоизмом в гуне страсти, а поскольку для того, чтобы действовать и познавать органам чувств необходима энергия, то жизненная энергия или энергия жизни также возникает из эгоизма в гуне страсти. Поэтому в жизни мы видим, что люди, находящиеся преимущественно под влиянием гуны страсти, очень быстро достигают материального благополучия. Тому, кто хочет побудить человека к накоплению материальных богатств, Веда рекомендует стимулировать его сексуальное желание. Нетрудно заметить, что люди, одержимые сексуальным желанием, обычно преуспевают материально, так как половая жизнь или жизнь в гуне страсти является двигателем материального прогресса. Но те, кто стремится к духовному совершенству, должны полностью избавиться от влияния гуны страсти и достичь уровня гуна благости. Люди, занимающиеся деятельностью в сознании Кришны, как правило, бедны материально, но имеющие глаза увидят, кто более велик. Человек в сознании Кришны может быть бедным в материальном отношении, но его нельзя считать бедником. Настоящими бедняками являются те, кто упиваются своими материальными богатствами, но не имеют вкуса к сознанию Кришны. Люди, ослепленные материальным сознанием, проявляют необычайную изобретательность в создании материальных удобств, но лишены возможности постичь душу и проникнуть в тайну духовной жизни. Поэтому тот, кто хочет развиваться духовно, должен вернуться на уровень чистого желания ⁇ желание служить Господу. Как сказано в Нарада служение Господу чувствами, очищенными сознанием Кришны, называется чистой преданностью. Песнь 3, глава 26, текст 32. Когда половая энергия Верховной Личности Бога приводит в движение эгоизм в гоне невежества, на свет появляется тонкий по природе объект слуха, звук, а из звука возникает эфир и орган слуха комментарий Из этого стиха следует, что все объекты, предназначенные для удовлетворения наших чувств, порождены эгоизмом в гуне невежества. Здесь объясняется, что приходя в движение эгоизм в гуне невежества порождает звук, который представляет собой тонкую форму эфира. В Веданта-сутре также сказано, что звук является источником всех материальных объектов, и что с помощью звука можно положить конец материальному существованию. А навретих шабдат значит освобождение с помощью звука. Все материальное мироздание началось со звука, и звук же, наделенный определенным могуществом, способен освободить нас из материального плена. Таким звуком является трансцендентная звуковая вибрация мантры Хари Кришна. Наше существование в плену материального мира началось с материального звука, и теперь нам нужно очистить этот звук с помощью духовного знания. И этот звук предоставит нам возможность начать духовную жизнь и даст все, что требуется для духовного развития. Необходимо очень хорошо уяснить, что со звука начинается процесс сотворения всех материальных объектов, предназначенных для удовлетворения наших чувств. Точно так же, если мы очистим звук, то сможем с его помощью удовлетворить все свои духовные потребности. Здесь сказано, что из звука возник эфир, а из эфира появился воздух. О том, каким образом эфирное небо возникает из звука, как воздух появляется из неба, а огонь из воздуха будет рассказано ниже. Звук творит небо, а небо порождает шротром ⁇ ухо. Ухо появляется первым из познающих органов чувств. Чтобы получить знание, материальное или духовное, мы должны воспринять его на слух. Вот почему шротром ⁇ ухо, продается такое большое значение. Ведическое знание называют шрути, ибо знание воспринимается на слух. Только слушая можно обрести как материальное, так и духовное счастье. В материальном мире, просто слушая, мы создаем великое множество материальных вещей, чтобы окружить себя материальным комфортом. На самом деле все эти вещи уже существуют, слух просто помогает нам придать им иную форму. Если мы хотим построить небоскреб, это не значит, что нам придется создавать его из ничего. Материалы, необходимые для постройки небоскреба, лес, металл, земля и так далее, уже существуют в природе. Но услышав от других, как использовать эти материалы, мы вступаем в определенные отношения с уже созданными материальными элементами. Современный научно-технический прогресс, направленный на создание материальных благ, по сути дела тоже является результатом слушания. Аналогичным образом, слушая тех, кто обладает духовным знанием, можно создать условия, располагающие к духовной деятельности. Арджуна был закоренелым материалистом и руководствовался телесными представлениями о жизни, что было для него источником жестоких страданий. Но стоило ему выслушать Кришну, и он стал духовной, сознающий Кришну личностью. Слушание играет очень важную роль, и орган слуха создан из эфира. Слух помогает нам правильно использовать то, что уже существует. Этот же принцип приложим и к использованию духовных ресурсов. Только благодаря слушанию мы сможем научиться правильно использовать то, что уже имеется в нашем распоряжении. Для этого мы должны слушать людей, обладающих духовным знанием. Песен 3, глава 26, текст 33. Мудрецы, обладающие истинным знанием, определяют звук как субстанцию, которая передает представление о предмете, Указывает на присутствие говорящего, скрытого от наших глаз, и представляет собой тонкую форму эфира. Комментарий. В этом стихе ясно сказано, что процесс слушания подразумевает присутствие говорящего. Без говорящего не может быть и речи о слушании. Поэтому ведическое знание, которое называют Шрути, что значит воспринятое на слух, известно также под именем Апауруша. Апауруша значит поведанное личностью, имеющей нематериальное происхождение. В начале Шримад Бхагаватам сказано «Тене Брахма Хрида». Звук Брахмана или Веда был сначала вложен в сердце Брахмы, первого из мудрецов, Ади Кавая. Каким же образом он обрел знание? Процесс обретения знания предполагает наличие говорящего и акта слушания. Но Брахма был первым сотворенным живым существом. От кого же он услышал веды? В то время Брахма был один, кто мог стать его духовным учителем и открыть ему трансцендентное знание. В ту пору он был единственным существом во Вселенной – и потому Верховный Господь, который в форме параматмы пребывает в сердце каждого живого существа, сам вложил знание в его сердце. Ведическое знание было открыто Брахме Верховным Господом, и потому оно не несет в себе изъянов, присущих материальному знанию. Любое материальное знание несовершенно. Слушая обусловленную душу, мы получаем знание, изобилующее ошибками и недостатками любое материальное и мирское знание несет на себе отпечаток присущих обусловленным душам склонностей ошибаться, попадать под влияние иллюзий, обманывать других и доверять своим несовершенным чувствам. Но ведическое знание исходит от Верховного Господа, трансцендентного к материальному творению, и потому не имеет изъянов. Поэтому тот, кто получает знания, передаваемое по цепи ученической преемственности, которое восходит к Брахме, получает совершенное знание. В каждом услышанном нами слове заключен определенный смысл. Звук слова "вода" ассоциируется в нашем уме с веществом водой. Подобно этому слово "Бог" также ассоциируется со смыслом, который вкладывается в это слово. Если смысл слова "Бог" объяснит нам сам Бог мы получим совершенное знание. Но когда мы попытаемся понять смысл слова «Бог» на основе собственных умозаключений, наши представления будут далеки от совершенства. Бхагавадгита, которая представляет собой науку о Боге, была поведана самим Господом. В ней заключено совершенное знание самонадеянные философы, которые в своих попытках постичь природу Бога полагаются только на силу своего разума, никогда не смогут познать его. Наука о Боге должна быть получена по цепи ученической преемственности, ведущей начало от Брахмы, первого живого существа во Вселенной, которому это знание открыл сам Господь. Истинное знание о Боге можно получить, слушая Бхагавадгиту в изложении авторитетного духовного учителя, принадлежащего к этой цепи ученической преемственности. Способность видеть подразумевает существование формы. Первым элементом, который воспринимают наши чувства, является небо, эфир. Небо – это первозданная форма, и из него возникают все прочие формы. Таким образом, первым объектом познания и чувственного восприятия является небо. Песнь 3, глава 26, текст 34. Функции и признаки эфира заключаются в том, что он предоставляет место для внешнего и внутреннего бытия всех живых существ, то есть является полем деятельности жизненного воздуха, чувств и ума. Комментарий. Ум, чувство и жизненная сила, или живое существо, обладают формой, хотя ее и нельзя увидеть вооруженным глазом. Тонкий прообраз формы пребывает в эфире, а внутри тела она проявляется в виде вен и циркуляции жизненного воздуха. Вне нас находятся невидимые формы объектов чувств. Создание невидимых объектов чувств является внешней функцией элемента эфира, а циркуляция жизненного воздуха и крови это его внутренняя функция. Современная наука подтвердила существование в эфире тонких форм. Ученые изобрели телевидение, которое позволяет передавать формы или снятые на пленку изображения из одного места в другое, пользуясь свойствами эфира. Все это очень хорошо объяснено в данном стихе. Этот стих является потенциальной основой для огромной исследовательской работы, поскольку он объясняет, как из эфира возникают тонкие формы, какими свойствами они обладают, как действуют и как из тонкой формы образуются воспринимаемые чувствами элементы ⁇ воздух, огонь, вода и земля. Деятельность ума или психическая деятельность, которая проявляется в мышлении, эмоциях и желаниях живого существа, также протекает в эфире. Кроме того, данный стих подтверждает одно из положений Бхагавадгиты, которое гласит, что состояние ума в момент смерти определяет нашу следующую жизнь. Форма, существующая в уме, преобразуется в грубую форму, воспринимаемую чувствами как только в результате осквернения из тонкой формы образуются грубые элементы. Песень 3, глава 26, текст 35. Сотворенный звуком эфир под влиянием времени подвергается следующей трансформации, в результате чего на свет появляется тонкий по природе объект осязания, касания а из него образуется воздух и орган осязания. Комментарий. С течением времени, когда тонкие формы трансформируются в грубые, они становятся объектами осязания. Постепенная эволюция также приводит к возникновению воздуха и органа осязания. Звук является первым объектом чувств, из которого образуется материальное мироздание. Восприятие звука дает начало осязанию, а осязание порождает зрение. Так происходит постепенная эволюция объектов чувств. Песен 3, глава 26, текст 36. Мягкость и твердость, холод и тепло таковы характеристики, воспринимаемые с помощью осязания, которое представляет собой тонкую форму воздуха. Комментарий. Осязаемость является доказательством существования формы. По сути дела, материальные объекты на ощупь могут восприниматься двояко. Они могут быть мягкими или твердыми, холодными или горячими и так далее. Осязательная функция, которую выполняют органы осязания, возникает в результате эволюции воздуха, который формируется из эфира. Песен 3, глава 26, текст 37. Воздух отвечает за движение, смешение и нормальное функционирование всех органов чувств. Он также предоставляет возможность приблизиться к объектам звука и переносит другие объекты чувств. Комментарий. Когда мы видим, как колышутся ветви деревьев или сбиваются в кучу сухие листья, мы понимаем, что это действует воздух. Аналогичным образом, именно благодаря воздуху тело двигается, а нарушение циркуляции воздуха в организме является причиной очень многих заболеваний. Паралич, поражение нервной системы, психические заболевания и многие другие болезни на самом деле возникают из-за неправильной циркуляции воздуха в теле. Аюрведическая медицина лечит эти заболевания, восстанавливая нормальное движение воздушных потоков в организме человека. Если с раннего возраста поддерживать нормальную циркуляцию воздуха в теле, нам удастся избежать подобных заболеваний. Из Аюрведы, а также из Шриман Бхагаватам, мы узнаем, что многие процессы внутри материального тела и за его пределами протекают только благодаря воздуху, а когда его циркуляция нарушается, эти процессы останавливаются. Здесь прямо сказано «Не трит вам дравья шабдаюх». Благодаря воздуху мы считаем себя совершающими те или иные действия стоит воздуху перестать циркулировать, как мы не сможем приблизиться к источнику звука. Когда нас зовут, мы слышим звук только благодаря движению воздуха и идем на звук или туда, откуда он доносится. В данном стихе ясно сказано, что все это является результатом движения воздушных потоков. Воздух также переносит запахи и позволяет нам различать их. Песнь 3, глава 26, текст 38. В результате взаимодействия воздуха с осязательными ощущениями живое существо получает различные тела, уготованные ему проведением. Эволюционируя, эти формы порождают огонь, и глаз видит их, различая по цвету. Комментарий. Проведение, осязание, взаимодействие воздушных потоков и состояние ума, порожденное эфиром, формирует тело живого существа в соответствии с его деятельностью в прошлом. Духовное живое существо, как известно, постоянно переселяется из одного тела в другое. Новое тело живого существа формируется в соответствии с его кармой и дается ему проведением, которое управляет взаимодействием воздушных потоков с нашим умом. Форма возникает в результате соединения различных видов чувственного восприятия, а предопределенные судьбой действия являются реализацией замыслов, возникающих в нашем уме под влиянием воздушных потоков. Песнь 3, глава 26, текст 39. Дорогая мать, форма характеризуется размерами, качествами и индивидуальностью. Форма огня воспринимается благодаря исходящему от него сиянию. Комментарий. Каждая форма, которую мы видим, обладает определенными размерами и характеристиками. Качество того или иного объекта определяется его формой. Однако форма звука стоит особняком. Невидимые формы можно только осязать. В этом и заключается особенность восприятия невидимых форм. Видимые формы изучают, анализируя их состав. Состав того или иного объекта можно узнать по внутреннему действию, которое оно оказывает. Например, форма соли распознается по соленому вкусу, а форма сахара по сладкому. Вкусовые ощущения и качественный состав объекта являются основными свойствами, характеризующими его форму. Песнь 3, глава 26, текст 40. Огонь характеризуется излучаемым светом, а также способностью варить и усваивать пищу, согревать, испарять, вызывать голод и жажду и утолять их. Комментарий. Главным признаком огня являются исходящие от него свет и тепло. Присутствие огня можно ощутить также в желудке. Без огня невозможно переварить съеденную пищу. Лишившись способности переваривать пищу, мы и перестанем ощущать голод и жажду, и не сможем есть и пить. Если у человека нет аппетита и жажды, это значит, что у него в желудке не хватает огня, и аюрведическая медицина лечит это заболевание, возбуждая элемент огня (агни-мандием). В подобных случаях больному прописывают желчегонные средства, поскольку желчь усиливает огонь пищеварения. Таким образом, предписания Аюрведы подтверждают сказанное в Шримад Бхагавата. Способность огня устранять влияние холода хорошо известна каждому. Чтобы согреться в зимнюю стужу, нужно разжечь огонь. Песнь 3, глава 26, текст 41. Повинуясь высшей воле, огонь вступает во взаимодействие со зрением и порождает тонкий по природе объект вкуса. Из вкуса возникает вода, а также язык, который ощущает вкус. Комментарий. Язык назван здесь органом, различающим вкус. Поскольку вкус возникает из воды, язык всегда увлажнен слюной. Песнь третья, глава 26, текст 42. Смешиваясь с различными веществами, изначально единый вкус принимает различные формы и становится вяжущим, сладким, горьким, острым, кислым и соленым. Песен 3, глава 26, текст 43. Вода характеризуется способностью увлажнять другие вещества, способствовать смешиванию различных веществ, приносить чувство удовлетворения. Поддерживать жизнь, размягчать предметы, уменьшать жар, непрерывно пополнять водоемы и освежать, утоляя жажду. Комментарий Голод можно утолить, выпив воды. Если человек, который постится, через определенные промежутки времени пьет воду, он гораздо легче переносит пост. В ведах также сказано. А по маях пранах. Жизнь зависит от воды. Водой можно намочить или увлажнить все, что угодно. Чтобы замесить тесто, к муке добавляют воду. Земля, соединяясь с водой, превращается в грязь. В начале Шримад Бхагаватам сказано, что вода связывает различные материальные элементы. Вода необходима также для того, чтобы построить дом, поскольку без воды невозможно изготовить кирпичи. Огонь, вода и воздух являются элементами, связывающими все материальное мироздание, но самым важным из них является вода. Кроме того, полив чрезмерно нагревшуюся поверхность водой, можно охладить ее. Песнь 3, глава 26, текст 44. Подчиняясь высшей воле, вода соединяется со вкусом и порождает тонкие элементы запаха. В результате появляются земля и орган обоняния, с помощью которого мы ощущаем всю гамму присущих земле запахов. Песнь 3, глава 26, текст 45. Единый запах проявляется в различных формах, как смешанный, отталкивающий, приятный, слабый, сильный, кислый и так далее, в зависимости от того, в какой пропорции к нему примешиваются посторонние вещества. Комментарий. Смешанным запахом иногда обладают блюда, приготовленные из разных продуктов, например, из овощей, смешанных со специями и асофетидой. Неприятные запахи стоят обычно в грязных местах, Приятно пахнут камфора, ментол и подобные им вещества. Острый запах издают лук и чеснок, а кислый-куркума и другие кислые продукты. Изначальным запахом является аромат земли, который смешиваясь с разными веществами приобретает различные оттенки и проявляется по-разному. Песень 3, глава 26, текст 46. Свойства Земли проявляются при создании скульптурных изображений Верховного Брахмана, строительстве домов, изготовлении горшков для воды и так далее. Иными словами, Земля является вместилищем всех остальных элементов. Комментарий. В Земле присутствуют все остальные элементы ⁇ звук, небо, воздух, огонь и вода. Другая особенность Земли, отмеченная в данном стихе, состоит в том, что из нее можно создавать различные формы Верховной Личности Бога. Упоминая об этом, Капила подтверждает, что Верховная Личность Бога, Брахман, обладает бесчисленными формами, которые описаны в шастрах. Сделанные из Земли и ее производных, камня, дерева, самоцветов, формы Верховного Господа являют себя нам. Не следует считать, что образ Господа Кришны или Господа Вишну в виде статуи, сделанной из земли, является плодом чьего то воображения. Земля придает изображениям Господа форму, описанную в шастрах. В Брахмасамхите описано обитель Господа Кришны, многообразие духовного царства и духовные формы Господа, играющего на флейте. Все эти формы описаны в шастрах – и когда их создают из земли, они становятся объектом поклонения. Вопреки мнению философов Майвади, эти формы не являются плодом воображения. Иногда Майвади неправильно переводит слово «бхавана» как «воображение». Но слово «бхавана» не означает «воображение». Оно подразумевает зримое воплощение описаний, приведенных в ведах. Земля – это продукт последней трансформации, которую претерпевают живые существа, а также гоны материальной природы, под влиянием которых они находятся. Песнь 3, глава 26, текст 47. Чувство, воспринимающее звук, называют слухом, а чувство, воспринимающее касание, называют осязанием. Комментарий. Звук – это один из атрибутов неба, эфира, а также объект чувства слуха. Подобно этому, касание является атрибутом воздуха и объектом восприятия чувства осязания. Песнь 3, глава 26, текст 48. Чувство, воспринимающее форму, которая является отличительной характеристикой огня, называют зрением. Чувство, воспринимающее вкусовые ощущения, которые представляют собой отличительную характеристику воды, называют вкусом. И, наконец, чувства, воспринимающие запахи, которые являются отличительной характеристикой Земли, называют обонянием. Песнь 3, глава 26. Текст 49. Поскольку причина существует также в следствии, признаки причины можно обнаружить в следствии. Вот почему только Земля содержит в себе отличительные качества всех остальных элементов. Комментарий. Звук является причиной неба. Небо – причиной воздуха. Воздух – причиной огня. Огонь – причины воды, а вода – причины земли. Небу присущ только звук. В воздуху присущи уже звук и осязание. Огню – звук, осязание и форма. В воде – звук, осязание, форма и вкус. А земле – звук, осязание, форма, вкус и запах. Следовательно, Земля является средоточием качеств, присущих остальным элементам, и представляет собой конгломерат всех материальных элементов. Земля обладает всеми пятью качествами грубых элементов. У воды их четыре, у огня три, у воздуха два, а небо присуще только одно качество – звук. Песнь третья, глава двадцать шестая, текст пятидесятый. Когда все эти элементы существовали в чистом виде, Господь, Верховная Личность Бога, которая является источником мироздания, вместе со временем, деятельностью и гонами материальной природы, вошел во Вселенную, которая была заполнена совокупной материальной энергией, состоящей из семи элементов. Комментарий. Рассказав о том, как возникли причины, Капиладева приступает к описанию того, как появились следствия. В то время, когда причины еще находились в чистом виде, Верховный Господь в образе Гарбхадакаша и Вишну вошел в каждую из материальных вселенных, заполненных семью основными элементами пятью грубыми материальными элементами совокупной энергией Махаттатвой и ложным эго. Войдя во Вселенную, Господь вошел в каждый атом материального мира. Это подтверждает Брахма Самхита 5.35. Андан Тарастха Парамано Чаян Он находится не только внутри Вселенной, но и внутри каждого атома. Он пребывает в сердце каждого живого существа. Так Гарбхатакаша и Вишну, верховная личность Бога, вошел во все сущее. Песнь 3, глава 26, текст 51. Из семи принципов, которые под влиянием Господа пришли в движение и объединились друг с другом, возникло лишенное разума яйцо. А из него, в свою очередь, появилось знаменитое космическое существо. Комментарий. Соединение мужского и женского начала во время полового акта, подразумевающее овуляцию и секрецию, создает условия, необходимые для того, чтобы душа вошла в материальную оболочку. Таким образом, из материальных элементов постепенно формируется полноценное тело. Тот же принцип действует и при сотворении Вселенной. Сначала появляются материальные элементы, затем Господь входит в них, и только после этого материя приходит в движение. Это является истинной причиной творения. Примеры тому можно найти и в нашей повседневной жизни. У нас может быть глина, вода и огонь, но они примут форму кирпича только после того, как мы приложим усилия, чтобы соединить их самостоятельно материя не может принять форму. Чтобы это произошло, ее должна коснуться энергия жизни. Аналогичным образом материальный мир начинает развиваться только после того, как Господь в аспекте Верат Поруши приводит его в движение. Ясмат Удатиштхат Асу Верат он привел в движение материю, в результате чего было сотворено космическое пространство и в нем появилась вселенская форма Господа. Песнь 3, глава 26, текст 52. Это вселенское яйцо или вселенную в форме яйца называют проявлением материальной энергии. Оболочки воды, воздуха, огня, неба, эго и махаттатвы, одна толще другой, покрывают Вселенную. Каждая последующая оболочка в 10 раз толще предыдущей, а последняя, внешняя оболочка, состоит из пратханы. Внутри этого яйца находится вселенская форма Господа Хари, и 14 планетных систем являются членами его тела. Комментарий. Наша Вселенная, которая нам видится как вселенское небо с разбросанными по нему бесчисленными планетами, имеет форму яйца. Подобное яйцо, которое покрыто скорлупой, Вселенная тоже покрыта различными оболочками. Первая оболочка состоит из воды, за ней следуют оболочки огня, воздуха, эфира и, наконец, внешняя оболочка, играющая роль скорлупы, состоит из протхана. В яйце Вселенной находится вселенская форма Господа Вератпуруши. Разные планетные системы являются членами его гигантского тела. Об этом уже рассказывалось во второй песне Шримад Бхагаватам. Различные планетные системы считаются членами вселенской формы Господа. Тем, кто не может поклоняться непосредственно трансцендентной форме Господа, советуют размышлять о его вселенской форме и поклоняться ей. Низшую планетную систему, Паталу, считают подошвами ног Верховного Господа, а Землю – его животом. Брахмалоку, или высшую планетную систему, где живет Брахма, считают головой Господа. Вират Пуруша считается одним из воплощений Господа. Изначальной формой Господа является Кришна, что подтверждает Брахма Самхита, Ади Пуруша. Вират Пуруша – это тоже Пуруша – но он не является Ади-Пурушей. Ади Пуруша это Кришна. И Шварах Парамах Кришнах Сачщит Ананда в Виграхах. Анадир Адир Говиндах. В Бхагавадгите Арджуна тоже называет Кришну Ади-Пурушей изначальным. На свете нет никого более великого, чем Я, говорит Кришна. Существует бесконечное множество экспансий Господа, и все они являются пурушами или наслаждающимися но ни Верат Пуруша, ни Пуруша Аватары, Карананда Кашая Вишну, Гарбхата Кашая Вишну и Кшарада Кашая Вишну, так же как ни одна из многочисленных экспансий Господа, не являются изначальными. В каждой вселенной есть свой Гарбхата Кашая Вишну, Верат Пуруша и Кшарада Кашая Вишну. В этом стихе описано появление на свет Верат Пуруши. Люди, имеющие примитивные представления о верховной личности Бога, могут медитировать на вселенскую форму Господа, поскольку это рекомендуется в Бхагаватам. В этом стихе указаны также масштабы Вселенной. Ее оболочка состоит из нескольких слоев – воды, воздуха, огня, неба, эго, махаттатвы, и каждый следующий в 10 раз толще предыдущего. Ни один ученый, да и никто другой не способен определить размеры внутреннего пространства Вселенной. А снаружи Вселенная покрыта семью оболочками, каждая из которых в 10 раз толще предыдущей. Толщина слоя воды в 10 раз больше диаметра самой Вселенной, а слой огня в 10 раз толще слоя воды. Подобно этому, слой воздуха в 10 раз толще слоя огня. Крошечный мозг человека не в состоянии даже представить эти размеры. В данном стихе также сказано, что это описание только одного вселенского яйца. Таких вселенных бесконечное множество, и некоторые из них во много раз больше нашей. Более того, считается, что наша вселенная самая маленькая, поэтому полубогу, управляющему ею, брахме, достаточно четырех голов, чтобы выполнять свои функции. У брахм, которые правят во вселенных во много раз превосходящих нашу по размерам, больше голов. В читании Чаритамрити рассказывается, как однажды Господь Кришна по просьбе нашего маленького брахма созвал к себе всех брахм, и при виде этих огромных брахм наш брахма застыл на месте от изумления. Такова непостижимая энергия Господа. Сколько бы мы ни размышляли и как бы ни старались вообразить себя Богом, мы все равно не сможем измерить его длину и ширину. Все попытки такого рода свидетельствуют только о невменяемости человека. Песнь 3, глава 26, текст 53. Верховная личность Бога, Верат Пуруша, вошел в это золотое яйцо, покоившееся на воде, и разделил его на множество частей. Песнь 3, глава 26, текст 54. Сначала у него появился рот, затем орган речи, и вместе с ним Бог огня, божество, управляющее этим органом. Затем у него появились две ноздри, а в них чувство обоняния вместе с праной, жизненным воздухом. Комментарий. Вместе с речью возникает огонь, а вслед за ноздрями появляется жизненный воздух, дыхание и чувство обоняния. Песнь третья, глава 26, текст 55. Вслед за чувством обоняния возник полубог ветра, управляющий им. Затем у вселенской формы появилось два глаза, а вместе с ними способность видеть. Вместе со зрением возник управляющий ими полубог Солнца. После этого у вселенской формы появилось два уха, в которых возник слух, а в нем дикдевоты, божества, управляющие сторонами света. Комментарий. В этом стихе рассказывается о возникновении различных частей тела вселенской формы Господа и появлении на свет управляющих ими божеств. Как у ребенка в очреве матери постепенно формируются различные органы тела, так и в очреве Вселенной постепенно формируются различные члены вселенского тела Господа. Сначала развиваются органы чувств, а вместе с ними – божества, которые управляют каждым из них. Данный стих Шримад-Бхагаватам, а также Брахма-Самхита подтверждает, что солнце возникло после того, как у вселенской формы Господа появились глаза. Таким образом, солнце связано с глазами вселенской формы. Брахма-Самхита также утверждает, что солнце является оком Верховной Личности Бога Кришны. Яччакшар эша савита Савита значит солнце. Солнце – это глаз Верховной Личности Бога. По сути дела, все сущее создается вселенской формой Верховного Господа. Материальная природа только предоставляет необходимые для этого материалы. Творение на самом деле осуществляет Верховный Господь, что подтверждается в Бхагавадгите 9.10. Маят Кьякшена прокритих Суяты Саачара Под моим надзором материальная природа создает все движущиеся и неподвижные объекты материального мироздания. Песнь 3, глава 26, текст 56. Затем вселенская форма Господа Верат Пуруша создала кожу, а следом за этим у нее выросли волосы, усы и борода. После этого возникли все травы и лекарственные растения, а затем у вселенской формы появились гениталии. Комментарий кожа является органом осязания. Полубоги, которые ведают ростом трав и лекарственных растений, это божества, управляющие осязанием. Песень 3, глава 26, текст 57. После этого на свет появилось семя, способность зачинать детей, и полубог, повелевающий водами. Вслед за ним возник анус, затем способность к испорожнению и бог смерти, перед которым трепещет вся вселенная. Комментарий. Из данного стиха следует, что способность извергать семя является причиной смерти. Поэтому йоги и трансценденталисты, желая увеличить продолжительность своей жизни, добровольно воздерживаются от извержения семени чем тщательнее человек будет хранить свое семя, тем дальше он отодвинет свою смерть. Есть немало йогов, которые благодаря строгому воздержанию доживают до 300 или даже до 700 лет, и в Бхагаватам ясно сказано, что извержение семени является причиной страшной смерти. Того, кто не знает меры в сексуальных наслаждениях, ожидает преждевременная кончина. Песнь 3, глава 26, текст 58. Затем у вселенской формы Господа появилось две руки и вместе с ними способность брать и ронять предметы, после чего возник Господь Интра. Вслед за этим у вселенской формы выросли ноги, вместе с ними возникла способность двигаться, после чего на свет появился Господь Вишну. Комментарий. Божеством, которое управляет руками, является Господь Индра, а Божеством, отвечающим за движение Верховная Личность Бога Вишну. Вишну появляется на свет вместе с ногами Виратпуруши. Песнь 3, глава 26, текст 59. После этого во вселенском теле появились вены и красные тельца или кровь. Вместе с ними возникли реки, божества, которые управляют венами, а вслед за этим у вселенской формы появился живот. Комментарий. Кровеносные сосуды сравнивают здесь с реками. После того, как у вселенской формы появились вены, на многочисленных планетах Вселенной потекли реки. Божество, повелевающее реками, управляет также нервной системой живых существ людям, страдающим нервными болезнями, аюрведа рекомендует совершать омовение, погружаясь в проточную воду рек. Песнь 3, глава 26, текст 60. Затем во Вселенной возникло чувство голода и жажды, а вместе с ним появились океаны. После этого у вселенской формы появилось сердце, а вслед за ним ум. Комментарий. Океан считается божеством, отвечающим за живот, в котором возникает чувство голода и жажды. Тем, у кого нарушены эти функции, Аюрведа рекомендует купаться в океане. Песнь 3, глава 26, текст 61. Вслед за умом на свет появилась луна. Затем возник интеллект, а после этого появился Господь Брахма. Следом за ним возникло ложное эго, затем Господь Шива, а после того, как появился Шива, возникло сознание и управляющее им божество. Комментарий. Луна появилась вслед за умом. Это значит, что Луна является божеством, которое повелевает умом. Подобно этому, Господь Брахма, который появился на свет вслед за интеллектом, это божество, управляющее интеллектом. А Господь Шива, появившийся вслед за ложным эго, божество, которое повелевает ложным эго. Из этого следует, что полубог Луны находится под влиянием Гуны Благости. Господь Брахма пребывает в Гуне страсти, а Господь Шива в Гуне невежества. Сознание появилось после ложного эго. Это указывает на то, что материальное сознание с самого начала находится под влиянием Гуны невежества. И, следовательно, живое существо должно очиститься, сделав чистым свое сознание. Процесс очищения сознания называют практикой сознания Кришны. Очистив свое сознание, живое существо избавляется от ложного эго. Ложным эго или ложным самоотождествлением называют отождествление себя с телом. Господь Чайта не говорит об этом в Шикшаштаке. Он утверждает, что у человека, который повторяет мантру Хари Кришна, прежде всего очищается сознание или зеркало ума. И когда сознание очищено от материальной скверны, пожар материального существования гаснет. Причиной возникновения пожара материальной жизни является ложное эго. И как только человек избавляется от ложного эго, он созерцает свою истинную природу. Только такой человек действительно выпутывается из сетей Майи. Когда человек разрывает путы ложного эго, его интеллект также очищается, и потому ум такого человека все время сосредоточен на лотосных стопах Верховной Личности Бога. Верховный Господь в образе Гаурачандры, что значит «чистая трансцендентная луна», родился в полнолуние. Материальная луна покрыта пятнами, которых нет на теле трансцендентной луны, Гаурачандры. Чтобы сосредоточить очищенный ум на служении Верховному Господу, необходимо поклоняться чистой луне Гаурачандре. Те, кого оборевают материальные страсти, то есть те, кто хочет использовать свой интеллект для того, чтобы достичь материального процветания, обычно поклоняются Господу Брахме. А те, кто находится в полном невежестве и отождествляют себя с телом, поклоняются Господу Шиве. Материалисты, подобные Хераника Шипу и Рамане, поклоняются Господу Брахме или Господу Шиве, но Прохлада и другие преданные, занятые служением Кришне, поклоняются Верховному Господу личности Бога. Песен 3, глава 26, текст 62. Появившись на свет, полубоги и божества, которые управляют различными органами чувств, захотели разбудить того, кто их породил. Но не сумев сделать это, они снова один за другим вошли в тело Вератпуруши, чтобы пробудить его ото сна. Комментарий. Чтобы разбудить управляющее божество, которое дремлет в нашем сердце, Необходимо изменить направление деятельности чувств, сосредоточенных на внешних объектах и направить ее внутрь. В последующих стихах будет подробно рассказано о том, как должны действовать наши чувства, чтобы верат Пуруша пробудился. Песнь 3, глава 26, текст 63. Бог огня вместе с органом речи вошел в рот Верат Пуруша но ну, не смог разбудить его. Бог ветра вместе с обонянием вошел в его ноздри, но Верат Поруша и тогда не пожелал проснуться. Песен 3, глава 26, текст 64. Бог солнца вместе со зрением вошел в глаза Верат Поруша, но Верат продолжал спать. Вслед за этим божества, повелевающие сторонами света, вместе со слухом вошли в его уши, но и тогда он не пробудился. Песнь 3, глава 26, текст 65. Божества, управляющие кожей, лекарственными травами и пряными растениями, вместе с волосяным покровом вошли в кожу Вератпуруши, но и тогда космическое существо не пожелало проснуться. Божество, повелевающее водами, вместе с семенем вошло в его гениталии, но Верат по-прежнему продолжал спать. Песнь 3, глава 26, текст 66. Бог смерти вместе со способностью к испорожнению вошел в его анус, но так и не сумел пробудить Верат Пурушу к деятельности. Полубог Индра, вместе со способностью брать и ронять предметы, вошел в его руки, но Верат Поруша продолжал спать. Песень 3, глава 26, текст 67. Господь Вишну, вместе со способностью двигаться, вошел в его стопы. Но даже тогда Вират Поруша не захотел встать. Реки вместе с кровью и кровообращением вошли в его кровеносные сосуды, но космическое существо даже не пошевельнулось. Песнь 3, глава 26, текст 68. Океан вместе с чувством голода и жажды вошел в его живот, но и тогда космическое существо не соизволило встать. Бог Луны вместе с умом вошел в его сердце, но и Ему не удалось разбудить верат поруж. Песнь 3, глава 26, текст 69. Брахма вместе с интеллектом вошел в его сердце, но и он не сумел разбудить космическое существо. Господь Рудра вместе с эго также вошел в сердце космического существа, но оно даже не шелохнулось. Песнь 3, глава 26, текст 70. Однако, когда внутренний владыка, божество, повелевающее сознанием, вместе с рассудком вошел в его сердце, космическое существо в тот же миг восстало из вод причинного океана. Песень 3, глава 26, текст 71. Когда человек спит, ни одно из его материальных достояний, ни жизненная энергия, ни познающие и действующие чувства, ни ум и разум не способны разбудить его. Помочь ему проснуться может только сверхдуша. Комментарий. В этих стихах подробно изложены представления философии Санки, в соответствии с которыми Вират Пуруша или вселенская форма Верховной Личности Бога является изначальным источником всех органов чувств и управляющих ими божеств. Отношения между Вират Пурушей и управляющими божествами или живыми существами столь же сложны и запутаны, что для того, чтобы разбудить Вират Пурушу недостаточно было просто упражнять органы чувств, связанные с соответствующими божествами. С помощью материальной деятельности нельзя разбудить Пурушу или установить связь с Верховной Абсолютной Личностью Бога. Связаться с Абсолютом может только тот, кто занимается преданным служением и отрекся от всего материального. Песнь 3, глава 26, текст 72. Таким образом, посвятив всего себя преданному служению, человек должен развить в себе преданность Господу, отрешенность от материального мира и обрести духовное знание, чтобы сосредоточить ум на сверхдуше, которая находится внутри него и одновременно вне его. Комментарий Человек способен увидеть сверхдушу, которая пребывает в его сердце. Находясь внутри тела, она вместе с тем существует вне его, то есть является трансцендентной по отношению к материальному телу. Хотя сверхдуша находится в том же самом теле, что и индивидуальная душа, она, в отличие от индивидуальной души, не привязана к этому телу. Поэтому с помощью преданного служения мы должны избавиться от привязанности к материальному телу. Здесь ясно сказано, Пхактия, что человек должен заниматься преданным служением Всевышнему. Во второй главе первой песни Шримад Бхагаватам 1.2.7 говорится «Васудаве Югах Когда живое существо начинает служить в Васудеве, вездесущему Вишну Верховной Личности Бога с чистой преданностью, оно тотчас обретает отрешенность от материального мира. Цель философии Санкья помочь человеку избавиться от материальной скверны. И чтобы достичь этого, достаточно заниматься преданным служением Верховной Личности Бога. Когда человек перестает стремиться к материальному благополучию, он может полностью сосредоточить свой ум на сверхдуши. До тех пор, пока наш ум будет отвлекаться на материальные предметы, мы не сможем сосредоточить ум и интеллект на верховной личности Бога или его частичном воплощении в образе сферы души. Иначе говоря, тот, кто привязан к материальному миру, не способен сосредоточить свой ум на Всевышнем и посвятить ему всю свою энергию. Только отрекшись от материального мира, можно обрести трансцендентное знание об абсолютной истине. К тому же, кто предается чувственным или материальным удовольствием, никогда не постичь абсолютной истины. Это подтверждается в Бхагавадгите 18.54. Тот, кто избавился от материальной скверны, начинает постоянно ощущать радость в сердце и получает доступ к преданному служению, занимаясь которым он обретает освобождение. В первой песне Шримад Бхагаватам сказано, что служение Господу приносит человеку радость. Только пребывая в этом радостном состоянии, можно постичь науку о Боге, науку сознания Кришны. Аналитическое изучение элементов материальной природы и медитация на сверхдушу являются сутью философии Санки. И совершенством системы Санкья-йоги является преданное служение абсолютной истине. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 26 главе 3 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Начало материальной природы».